Всем доброго дня на нашем канале. Нашел вот, перекапывал грядку, старые советские ножницы. Еще советского производства. Но сталь отличная, режут ржавые. Хочу испытать возможности Кока-Колы, как про нее рассказывают. Будет, возьмет ли ржавчину. Засекаем время. Поглядим, миф это или нет, как Кока-Кола справляется с ржавчиной. Время пошло. Прошло 10 минут, даже больше. Особых изменений ничего не видно. Прошло 45 минут. Особых изменений незаметно. Есть одно пятнышко, вроде посветлело. Возможно, старая Кока-Кола выдохлась. Попробуем новую купить. Продолжим эксперимент. Возможно, это Кока-Кола была старая. Купил новую классик Кока-Колу. Та была Кока-Кола ванила. Возможно, она не такие свойства имела. Продолжим эксперимент с классической Кока-Колой. Свеженькая бутылка. Кое-какие следы были. Ржавчина вроде где-то посветлела. Посмотрим. Время пошло. Итак, прошло время, больше часа. Тоже получилось. Ничего не получилось. Развенчан миф про Кока-Колу, что она отъедает ржавчину хорошо. Никчемная жидкость, вредная для здоровья. Даже в этом она не нужна. Покупать ее тем более не стоит. Никто в мире не знает, из чего ее производят. Делайте выводы.